Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный Дворик, и с вами я, Елена Бородина. И сегодня я вам показываю своих индюков, мои три богатыря. Один из них сегодня пойдет за бой. Видите, там, где стояла у них кормушка, пустое колесо. Я вчера вечером забрала у них кормушку, и они у меня голодные. Сейчас одного из них возьмем, взвесим. Ну, а остальных, наверное, взвешивать не будем, потому что их тяжело таскать. Буду уже взвешивать тушки. Ну все, не знаю, еще получится или нет, но попробуем. Так, закрывай. Не стали мы выбирать, кто первый вышел. Ну, того и забой. Не знаю, крупный он или мелкий. И сейчас попробуем вот сюда его засунуть. Что у нас получится, сами еще не знаем. Итак, мы еле затащили его на весы, и он стоит, он молча стоит. Давайте я вам сниму и покажу, лишь бы он меня не напугался. Но немного он весит, 23 300. Все, тар на нуле. И он весит 23 300. Ну, посмотрим, сколько будет весить тушка. И что вы думаете? Утки у нас сходят с ума. Кто за кем бегает, непонятно. Ну, ясно. Там у них своя песня. Ну, все, друг, пошли в забой. Посмотрим, что из тебя будет. Так. Ну, надо же, как он стоит смирно. Я даже вообще ничего не понимаю. Да вообще, да? Это как так? Ну что, так и будешь стоять? Замер, как истукан. Вот. Показала я вам вес. Ну, попробуем всех взвесить потом, когда будем забивать. Не бойся. Нет, нет, бери. Ну что, вот мы его несем. А он спокойно сидит у нас. Даже как-то непонятно. Первый раз у нас такое. Никуда не прыгает. Катается. Точно, катается на качелях. Слушай, ну это какой-то прям это нонсенс. Вчера индюшек еле затаскивали в пакет. Еле ловили. А этот сидит себе спокойно. Вот вы посмотрите-ка на него. И мы его вдвоем несем. Так, вот на эту штучку мы повесим его. Смотрите, он так и сидит. Ну все. Начинаем забой. Итак, я пришла из курятника. Василий ощипал его. Я имею в виду индюка. Ну, а я вытащила внутрянку. Ой, по локоть. У меня уходила рука туда. Все, как сейчас есть, как я пришла. Давайте мы вместе старый поставим индюка на весы. Самим очень интересно. Ну, а потом взвешивая к нему тару. Ой, берем. Ой. Так, вес 21 650. Вот, смотрите на приближение. Вес этого индюка 2 килограмма где-то весит эта ванна. 2100, что ли. Ну, мы сейчас с вами отнимем. Ну что, друзья, вот наш индюк. И без тары он весит ровно 19 килограмм. Индюку 5,5 месяца и 19 килограмм. Классный результат для меня. Хочу вам показать со всех сторон этого индюка. Вот. Вот какой огромный индюк. Моя рука тут вообще прям ни о чем. Так мне нравится наш результат. Я прям очень рада такому индюку. Еще у нас 2 сидят. Мы их тоже будем взвешивать, и я вам покажу. Из этого индюка что я буду делать?
Ну, скорее всего, я сделаю тушенку. Сейчас я его должна охладить, чтобы мясо созрело. У всей птицы, да у любого мяса, должно пройти время созревания. И легче резаться он будет, и мясо будет вкуснее. Ну, а для тушенки обязательно надо его охладить. Так вот, я сейчас его, наверное, вынесу на улицу, потому что на улице у нас где-то плюс 2. Нормально. Ночью он у меня будет на улице. Мясо созреет. Вот со всех сторон показываю. Чудесный, чудесный индюк. И завтра я его буду резать. Для своей тушенки. Ну, а потом вместе будем варить тушенку. Буду делать и просто тушенку, и с кашами, особенно гороховую я люблю, и перловую. Хочу вам сказать, что это наше первое выращивание индюков. Всегда я выращивала бройлеров, а это мы решили вырастить индюков. Росли они у нас на комбикорме «Южная корона», и только последний месяц я их посадила на зерносмесь, ну, чтобы они очистились. А так 4,5 месяца они у меня ели комбикорм «Южная корона». Сколько килограмм мяса у меня встало по цене, я вам обязательно это озвучу. Обязательно расскажу в своем видео. Ну, а сейчас я заканчиваю это небольшое видео. Еще вам покажу, как мы забиваем 2 оставшихся индюков. И посмотрим, какой у них был вес. Ну, я очень, очень довольна. Сразу раз и 19 килограммов в одном индюке. Индюшки, конечно, у меня подкачали. Были по 13 килограмм. Хотя я посмотрела на ютубе. Вы знаете, у меня хороший вес для индюшки. Все про мясо и про кормление я обязательно вам расскажу. Потому что я все записывала, все высчитывала. Вы были на канале «Солнечный дворик». И с вами была я, Елена Бородина. Пока-пока.